ЧП в ГАИ. В медицинском колледже умер 17-летний парень. Студент-первокурсник накануне днем пришел в колледж, пошел в раздевалку, и внезапно ему стало очень плохо. Он обратился к своим преподавателям, те незамедлительно вызвали скорую, но это не помогло. Подросток через несколько минут умер. Эксперты, предварительно исследовав тело ребенка, сделали вывод о том, что имеются признаки отравления, отравления газом неизвестной этиологии. В настоящее время биологические образцы будут направлены в Оренбург для проведения судебно-химического исследования и установления истинной причины смерти. Сейчас следователям предстоит непростая работа, добавила Анжелика Ленькова. Нужно выяснить, как подросток провел первую половину своего последнего дня, с кем и, самое главное, что он делал. После этого можно будет восстановить полную картину трагедии.